А дальше, дальше, дальше. Не знаю я, почему это так дорого стоит. Да, достаточно дорогое удовольствие. Ну, хотя, блин, розничная упаковочка даже есть. В принципе, не пострадала. Хотя вот психоаналитики там всякие и прочие мозгоправы, наверное, будут гораздо дороже. Вы знаете, прям вот очень на какую-то оригинальную вещь похоже. Уж меня это удивляет, потому что я взял дешевле, чем у других, существенно она была. Блин, все шикарно, смотрите, вот, да, темлячочек есть. Этот темлячочек мы можем сюда вот так вот. В принципе, эта вещь должна успокаивать. Пока она меня только раздражает. Видимо, это надо будет... Где это вообще? Надо будет там с иголочкой или что-нибудь в этом духе. Ну, в общем, вот так вот сюда можно будет темлячок пропустить, она будет висеть, можно на руке ее носить. На руку вообще он налезет, нет? Да, вполне на руку налезет. Что это такое? Это обалденная вещь. Она ничего не делает. Вот тут вот, просто вот ничего не делает. Ну, при этом она делает многое. То есть, вот мы ее берем и, например, нажимаем кнопочку. Вот идем, мы просто там нажимаем кнопочку, а делать нечего. Надоело нам нажимать кнопочку. Да, мы можем всегда переключать включалку. Да, надоело нам переключать включалку. Мы можем покрутить вот такую вот фигулинку. Видите, ее вот крутить можно. Пальчиком чуть подцепил. О, вот это, вот это самое чудесное. Это самое чудесное. Она такая немножко софт-тач с углубленницем. Видно, да, вам углубленница? Вот. И вот, вот от нечего делать, вот пальцем потеребить только в путь. Каждый нажимается, каждый хлопает звук какой вот. Прям вот прям то, что надо. Ну и здесь шарик крутится. Либо вот эти вот фигулинки крутятся, опять же, не знаю, как их там правильно, фигулинками так, наверное, и назовем. Значит, что у нас есть? Soft Touch, углубленница. Вот такие вот щелк-щелк. Вот такая круть-круть. Да, такая тоже. Короче, все, что нужно, все здесь есть. Чудесная штука, небольшого размера. Розничная упаковка есть, темлячок есть. Супер. Ну, единственная цена, конечно, все-таки немножко, по-моему, не кошерная. По-моему, не кошерная цена, но... Да что мы деньгами, что ли, будем измерять? Вполне прикольная штука.